Разметить углы, соблюсти технику безопасности и обрезать кирпич. Этот несложный алгоритм Илье Крищенко нужно повторить еще 300 раз. Ровно столько кирпичей уйдет на постройку тренировочного модуля. А еще пол кубометра бетона. Студент 3-го курса строительного колледжа с детства хотел стать профессиональным строителем. Строители, инженеры – это люди, которые все создали. То есть абсолютно все построили, придумали. Это очень интересно. Стать на шаг ближе к мечте ему поможет победа в финале конкурса. К нему он готовится уже полгода. До этого парень одержал победу на региональном этапе. В этом ему помог опытный наставник. Уже было 6 студентов. У нас в 2016 году наш студент занял 4-е место на чемпионате России в городе Москва. Ну, каждый день выполняем модули, то есть есть задания. Есть норма времени, и он должен выложить конструкцию из кирпича. И так каждый день в течение полугода. Ты слой потолщины раз на 7. В Амурском колледже транспорта и дорожного хозяйства тоже кипит работа. Но здесь шпателю и раствору предпочитают охапку пышных кистей и ведра краски. Сейчас я делала модуль фристайл. Бабочки я делала из декоративного материала на Natex Pro 2. Это шарики на клеевой основе, прозрачные, их можно также колеровать. Стеклянные шарики, фены и море краски. В колледже есть все для подготовки к финалу WorldSkills. Но что важнее, целеустремленность и воля к победе самих конкурсантов. Я хочу, так Настя выразилась, вообще по желанию. Если есть у ребенка желание, то это первый факт, что ребенок будет это сказать. Показать свое мастерство в национальном финале соревнований в Казани Илья и Анастасия смогут уже 21 мая. К слову, в нем, кроме амурчан, примут участие еще 1500 студентов со всей страны. Лучшие из них представят Россию уже на международном этапе конкурса в августе. Кристина Слепцова, Данил Волков, Сергей Захарушкин. Программа «Город».